Сейчас белорусы могут на общих основаниях поступать в российские вузы. Однако и белорусские, и российские вузы по-прежнему предъявляют разные требования к своим абитуриентам. Как вы считаете, для формирования единого образовательного пространства необходимо гармонизировать образовательные стандарты или достаточно незначительных изменений? Ну, кстати, тоже один из примеров о том, что цели ставятся правильные, а реальность идет в противоположное направление. Сколько я работаю в этом направлении о гармонизации, сначала, вернее, даже так, эволюция такая была. Сначала говорили о единых образовательных стандартах, в 90-е годы, по крайней мере, о единых. В 2000-е говорили о гармонизации, что они не должны быть едиными, они должны учитывать национальную специфику, естественно, но гармонизированные. К сожалению, вот мы много говорили, в том числе на указанных на конференциях, что должны УМУ, учебно-методическое объединение вузов России и Белоруссии по конкретным специальностям, сотрудничать тесно друг с другом, вырабатывать эти образовательные стандарты и затем уже применять. Кстати, вот у нас 24-го будет конференция по стандарту социальной работы, мы обсуждаем, какие требования работодатели предъявляют к выпускнику по специальной социальной работе. И у нас в режиме онлайн-конференции это будет. И мы вот пригласили наших партнеров с белорусской системы социальной защиты для того, чтобы они тоже приняли обсуждение в профессиональном стандарте по этой специальности. Но это такие достаточно локальные решения, а вообще-то должно на системной основе работать объединение вузов России и Беларуси по выработке этих стандартов. А так как их такого механизма не было, то российские УМУ и белорусские, они вырабатывали свои образовательные стандарты, и они сейчас до такой степени разошлись, что я не знаю, как их, в принципе, можно гармонизировать. Там не только о каких-то косметических речах идет, а вообще, сколько они разошлись. Потому что Россия, как вы знаете, уже перестраивает учебный процесс в рамках Болонского процесса. Беларусь тоже движется в этом направлении, но движется разными путями. Россия и Беларусь несколько. Вот есть отличия. И это отражается в том числе в образовательных стандартах. Как конкретно это отобразится на едином образовательном пространстве? Ну, здесь сложно сказать, вернее, не сложно сказать. С одной стороны, сложно в том, что пока Беларусь, ее заявка, как вы знаете, весной 2012 года должна была быть рассмотрена, но ее сняли по различным причинам, в том числе, не исключая политических. Но, по крайней мере, Беларусь пока вне рамок Болонского процесса и может строить свою модель образовательную, так как она считает на уровне национальном. Россия, Казахстан и почти большинство постсоветских стран, они уже в Болонском процессе, и поэтому они перешли на двухуровневую подготовку, они перешли на систему бакалавр-магистр. Беларусь тоже к этому стремится, она перешла на бакалавр-магистр, но, вернее, она перешла на специалист-магистр. Может быть, в этом месте, кстати, своя логика, потому что это больше связано с нашими образовательными традициями, тут можно долго спорить, но, по крайней мере, были проблемы очень серьезные у наших, не у наших, а вообще у выпускников российских вузов при трудоустройстве Республики Беларусь, когда бакалавр не признавался как выпускник с высшим образованием. И только вот в прошлом году, в июле, было подписано дополнение к соглашению о взаимном признании дипломов, и бакалавр российский, и вот этот новый специалист с 4-летним, 4-4,5 года обучения, который в Беларуси сейчас, они взаимно стали признаваться. Потому что до этого признавались взаимно специалист российский, специалист белорусский с 5-летним сроком обучения. Теперь ситуация изменилась, и, к сожалению, был временной лаг, когда этого соглашения не было, и у выпускников российских вузов в Беларуси были серьезные проблемы. Поэтому проблемы вот создавались на уровне вот перехода к новым нормативам, к новому компетентностному подходу, к новым, для многих непонятно, что такое бакалавр. Для российских работодателей скоро станет непонятно, что такое специалист. Поэтому, конечно, для того, чтобы нам гармонизировать здесь наши учебные планы и стандарты, необходимо как можно быстрее в Беларуси вступить в Болонский процесс и развиваться по этим правилам. Тем более, что они не заставляют всех унифицировать под
общеевропейские стандарты. Они создают направление, модель, а все равно каждая страна строит свою модель образовательную.